Новым годом 2023. Бегу на рыбалку, душа не выдержала. 2 января, более-менее потеплело до минус 20. Иду опробовать свой новый малевник. Дедушка Мороз мне под елочку положил. Сегодня сварила манки, сделала приманку хорошую для белой рыбки, для живца. Давайте посмотрим, что у меня получится. Так, пробую сейчас сверлить еще раз. Загнал свое. А куда? Надо ровно бурить. Так я вроде ровно бурю, не? Все. Ручка отломалась. А, камера. Да, камеру снимаю. А это там чё? Снимать, что показывает? Не, это на телефон снимаю, как я тут это. А, работает? Да, как я работаю тут. Даже руки здорово выбила, блин. Я поэтому теперь не это, не тороплю. Это да, я не буду. Сейчас. Вот так. И на реверс. Понятно? Как я умею. Вот и справилась. Ура! 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 Я справилась! Ребята, пришла сегодня второй день с подарком от Деда Мороза. В общем, надо его усовершенствовать. Вчера вам ничего не показала, потому что получилось так. Какая беда. В этом малевнике есть юбка, которая, вот когда я ее вытаскиваю, она так раз и в обратную сторону выворачивается. Я, конечно, вчера нашла тут на льду веревочку, ниточку, и вот привязала, вот видите, тут зелененькая такая, вот эту вот юбку, вот я вот про вот эту вот юбку говорю, которая задерживает рыбу, то есть вот она выворачивается в неправильную сторону, и вся моя рыбка убегает. В общем, сегодня я взяла с собой изоленту, есть у меня немножко времени. Вот. И сделаем так, как делают мужики снасти по-настоящему. Не на вот таких веревочках, а вот так, как оно должно быть. Вот, видите, он. Вот. То есть паук, вот эта вот юбка, не должна вот эти края выворачиваться вот туда вот. Вот. И здесь вот еще я тоже посмотрела у мужиков. Значит, надо электродами. То есть плохо, а лед он у меня собирается, и сил не хватает поджать. В общем, тут вот электродами сделать вот такую вот, ну, как бы скатывающуюся штучку пологую. Ну, ладно, это потом. С электродами я точно не справлюсь, а с изолентой вполне. Так, народ у нас прибывает, сверлится, бурятся, а я чиню, значит, малевник. Так, а вот, кстати, на морозе не очень-то и хочет она отклеиваться, эта изолента. Ну что, погнали? Так, сейчас тут я попробую зафиксировать. Хотя может получиться так, что на морозе у меня изолента не возьмется. Ну, как получится. Это все-таки лучше, чем вот эти ниточки будут.
если долго мучиться, что-нибудь получится, верно? Тут самое главное зацепить, и вот здесь вот я проверну. Все, короче, я сделала вот так вот. Кому не нравится, не смотрите. А если кто-то может лучше, давайте вперед. Вот, в общем, я вот так вот сделала. Я так мыслю, я так делаю. Вот, этот краешек я закрепила. Так, тут тоже у меня волшебная веревочка зелененькая вчерашняя. Мы ее отрезаем. Она нам помогла мне. Вот. Сейчас тут тоже закреплю. Я буду точно знать, что вся рыбка, которую я сегодня захочу споймать, она будет здесь. Вот. У нас здорово потеплело. Наверное, минус 10. Руки совсем даже не мерзнут. Вот теперь хорошая идет. Но завтра опять будут морозы. Ух ты! По щучьему велению, по моему хотению, рыбка, плыви ко мне! Вот так вот. Вот так рыба. Вот так улов. Круто! Супер! Вот так вот у нас ребята, настоящие рыбаки, рыбачат. И так вот рыба к нам приплывает. Прямо в кадр. Прямо в кадр. Рыбка плывет прямо в кадр. Ох уж эта рыба. Так. Ну, не знаю, господа, мужчины, у вас-то, конечно, все, наверное, быстрее будет получаться. А у меня вот так вот. Так, ну вот смотрите, я вот здесь вот тоже зафиксировала. Так, дело движется, дела движутся, уже третий угол. Так, отрезаем. Так, из приманки я сегодня наварила рыбке манку, и у меня была червячная такая поклевка сухая, ой, прикормка сухая, что-то тысячу червяков, или как там она называется. В общем, я туда замешала. Аромат просто исключительный. Вот. В общем, я ее смешала с манкой. Манка получилась такая довольно красноватого оттенка. Вот. Ну, в общем, короче, будем ловить. Что-то я забыла зафиксировать краешек. Вот, разговариваю и забываю, что мне надо делать. Так, сейчас я его так обматываю. Ой, прямо мне уже самой это нравится. Так, третий краешек и заключительный. В общем, купил снасть, это не значит, что ты все купил. Еще потом надо много чего доделывать, что тоже очень интересно и увлекательно. А потом, когда я что-нибудь поймаю, ой, как будет радостно. Ой, как будет радостно. Так, так, так. Кстати, у нас давление атмосферное падает, просто жутко падает. А, по-моему, послезавтра, что ли, будет 740. Это с 780, вот считай, оно упало у нас. Так, сейчас еще раз тут зафиксирую. Вот так вот. Так, ну вот и все. Так, с этим мы покончили. Надеюсь, что это все будет очень хорошо у нас. О. Ну, как-то так. Посмотрим. Thank you.
Саш. Кажется, раскрылся. Сейчас я пойду схожу за прикормкой и будем ловить маленькую рыбку. Ура! Иха! Так, принесла я прикормки. Вот такой вот шарик. Бросаем туда. Так, и надо набрать водички. Это всегда лучше сделать заранее. Я обычно использую вот такую вот бутылку пластиковую. Здесь вот вырезаю такую ячейку. И, кстати, очень хорошо набирается. Ну что, айда черпать. Заодно всю шубу с лунки вычерпаем. Сейчас будем на малевник ловить. Так, ну все, теперь ждем, ребята, маленькую рыбку. Я надеюсь, что мне удастся достать вот этот паук малевник. Ну что, друзья, будем сейчас поднимать, что я тут наудила. Ой, так. Ой. Нифига себе. Да, походу, восстановился. Походу, да. Ох ты! Вот это лоб! Тут даже песка такой жирненький. Да. Так, давайте сейчас будем быстренько сушать. Есть хороший. Наша ложечка, давайте. Так, вот она. Так, руки снимаю. Так, мы бросаем, чтобы рыбу не заморозить. Какую поменьше? Я не знаю, какую выбирать. Вот. Что тебе нравится? В общем, вот такой вот улов. Так. Да. Вот так вот. Офигеть. Так. Ну все остальное тогда мы сейчас обратно отпустим, что нам не подойдет. Вот такие пискари тут попадаются. Ага, да, пискари. А хочешь, забирай? Нет. Не надо. Ничего, если не будем. Значит, что-нибудь. Пожарить. Да. Так, вот этого, вот давай, вот смотри. Вот этого будем отпускать. Вот давай, чтобы рыбу не поморозить. Давай, что еще вот такие. Ну вот. Наши маленькие, вот эту сейчас маленькую я отсортирую и отправлю обратно в речку. Ну все, на рыбалку мы готовы. Ура!